Життя за кордоном може лякати невідомості, але наша наступна героїня вже встигла побувати у 21 країні світу. В 7 з них жила не у якості туриста. Детальніше про це поговоримо з нашою наступною гостею. У нас вже у студії завітала Анна Крапани, мандрівниця, мешканка Риги, Латвія. Приїхала з України, Дніпра, до Латвії, до Риги 2 роки тому. Доброго ранку. Доброго утра. Розкажіть, з якої країни розпочалися ваші мандрівки? Чесно говоря, я, наверное, уже так и не вспомню. Скорее всего, это была Европа, возможно, или Прага, или, да, скорее всего, Чехия вот была первой страной, куда выезжала я еще в студенческие времена автобусным туром. Вот с этого, наверное, и начались все мои путешествия. И дальше уже страна за страной и работа за работой, которые тоже были связаны с работой вне Украины, поэтому вот как-то так и получилось. Ну, яка країна стала першою країною, де ви оселилися не у якості туриста, тобто де вже були? Это была Германия, это был город Мюнхен. А так получилось, что моя одноклассница приехала туда с родителями, и в студенческие годы вот была возможность попрактиковать немецкий язык, и в моем случае это был Мюнхен. Так як рідні лица, все-таки друзі, знайомі, да, це була Германія одновременно. Ну, не страшно було переїжджати до іншої країни, так кардинально все змінювати? Вообще нет. Вот нет, и я всегда всех агитирую, что нужно выходить из зоны комфорта, нужно посещать другие страны, общаться с другими людьми. И как бы там бы ни было, никто насильно цепями не приковывает. В любой момент можно вернуться обратно, если вдруг что-то пойдет не так. Які такі основні рекомендації, можливо, від вас будуть для тих, хто думає приїхати, на які моменти треба звернути увагу, якщо переїжджаєш жити в іншу країну? Ну, во-первых, это языковой барьер. Все-таки, если мы говорим о знании иностранного языка, английский первоочередный, но не всегда он выручает. Например, вот когда мы были в Испании, очень много людей не говорят на английском языке, поэтому нужно учитывать тот момент, даже зная английский язык и владея им в совершенстве, не всегда можно его применять, так как местные люди его не знают. Нужно изучить, на каком языке общаются, да, люди в стране. Особенности краины цієї. Обязательно, да. И, конечно же, вот культурный барьер. Все-таки все люди разные, отношение у людей к разным ситуациям разное. Вот это вот как основной момент. Ну и для меня очень важен климат. Я безумно люблю холод, холодные страны, поэтому если где-то очень жарко, то для меня лично это не является, да, вот хорошим местом нахождения. Поэтому вот климат, язык и культурные принадлежности вообще страны и людей в целом. Звідси випливає питання, які ж країни для вас є найкомфортнішими і чому? Ви знаєте, к сожалению, вот к моему, многие спрашивают, я всегда говорю, я плохой в этом плане советчик, не было еще ни одной страны, ни одного города, там, где, знаете, вот lost my heart, да, вот потеряла свое сердце. Мне очень нравится, мне безумно интересно ходить, смотреть, изучать все, как турист, как житель. Но вот где-то, чтобы я прям сказала, вот да, это мое наконец-то, я еще, наверное, в поисках вот этого всего. Но живу я в Риге по той причине, что у меня муж с Латвии, он латыш, поэтому вот мы обосновались пока в Риге, но это на пока, я надеюсь, еще впереди много стран, много городов, в которых тоже хочется пожить, посмотреть, изучить. Ну, наразі ви вже живете 2 роки у Ризі. Розкажіть тим, хто там ще не бував, що там, чим унікальне це місто, чим воно приваблює туристів, зокрема? Рига довольно-таки старый город, городу чуть больше 800 лет. И удивительно то, что есть соединение вот исторического и модерна, да, вот в первую очередь. Историческое – это, конечно же, старый город. Безумно красивые улочки, архитектура – это все завораживает. Город сам по себе зеленый. Мы смотрим на фото. Да, город сам по себе очень зеленый. Вечером особенно можно пройтись по старому городу. Как раз вот от
отличная погода в данное время. Всем рекомендую ехать весной, летом. У травни сам. Да, вот сейчас уже все цветет. Последние 2 года очень тепло в Риге, очень тепло. Поэтому это аномалия для латышей, когда у них плюс 25. Для них это жара огромная. Для нас же это все-таки вот комфортная, да, температура для прогулок. Что еще? Для меня Рига очень схожа с Днепропетровском, с Днепром, да. Мабуть, вот, тому, что там есть набережная. Есть набережная, и аналогично есть 2 берега, левый и правый, поэтому все-таки это навеивает, да, вот о родном городе. Всегда советую туристам пройтись по набережной, очень красиво. Если есть возможность сесть на лодку, там есть вот, как и у нас в Днепре, да, на набережной можно прокатиться на катере и посмотреть город с речки до Угава, да, со всех сторон. Ну, дійсно, дуже гарно. Ми зараз бачимо фотографії. Це Рига. Набережна нагадує Дніпро, прямо як брати-близнюки, ви розумієте? Да. Дуже-дуже схожа набережна. Ще є межа-парк у Ризі. Що це таке? Это удивительной красоты парк. А, насколько я знаю, Лайма Вайкуле, там есть дом. И многие такие вот ребята, которые не селятся в Юрмале, да, они предпочитают межапарк. Это довольно-таки дорогой район для приобретения недвижимости, дороже, чем в центре Риги. Но он безумно красивый, зеленый, огромный парк, где можно вот, взять на прокат велосипед, покататься, посмотреть, покормить лебедей. И вот с детьми на роликах всевозможные разные attractions, да, вот тоже советую к просмотру. А ще є для тих, хто любить тваринок подивитися та з ними повзаємодіяти, є зоопарк. Да, вот сразу же в этом межапарк находится зоопарк, он очень большой, животные там дружелюбные, поэтому вот тоже стоит посмотреть обязательно. Я была во многих зоопарках, вот мне нравится все-таки туда ходить, и вот в Риге один из зоопарков, который покорил в сердце. В Білорусі. Да, ми зараз бачимо на фото. Такий вільний вигул, немає кліток, ну, тільки огорожа є, щоб тварини, щоб їм було комфортно. Да, також їх можна і покормити. А, навіть можна їх, да, трошки, но не подумати своїми продуктами. То есть можна на території самого зоопарка приобрести продукти і покормити животних. Зазвичай, коли я приїжджаю до якогось міста, я шукаю оглядовий майданчик, щоб подивитися на місто з висоти пташиного польоту або з тієї висоти, з якої можна. Чи є такий оглядовий майданчик у Ризі? Так, да, є, і посоветувала його сестра моего мужа. Она является сертифицированным гидом по Риге уже более 10 лет, поэтому все вот классные такие местяки, да, вот как по-модному сейчас называют, естественно, у нее спрашивала и вот их обходила. И одно из этих мест, которое вот оглядовый майданчик, это Radisson Blu отель. Можно туда подняться с помощью лифта абсолютно бесплатно, да, вот любой человек может подняться посмотреть. Можно заказать там чашечку чая, кофе, коктейль, если захочется, и посмотреть вот на город с высоты птичьего полета. Причем с двух сторон, потому что смотровая площадка, да, вот она выходит как на правую сторону Риги, так и на левую. Коли ти вперше от приїхала до Риги, які твої були перші враження від людей, від міста, від культури? Ехала я в Ригу з города Мінськ. На тот момент я жила в Білорусі. Я помню, что первое мне бросилось в глаза – это вот архитектура. Это вот было одно из первых, потому что ты идешь и голову поднимаешь, и просто вот такой завораживаешься от вот этих вот видов, от красоты, которая есть. Безумно сложный язык, вот это вот сразу же на слух бросилось. Ну, люди довольно-таки холодные, я бы так сказала, как, в принципе, все жители Прибалтики, да, вот из холодных стран. Как и климат. Как и климат, да. Ну, смотря с чем сравнивать, понятное дело, холодные. Для них они теплее, чем немцы, да. Поэтому для нас они вот
холодные люди. Але розмовляєте російською мовою. Да, к сожалению, потому что все-таки я считаю, что если ты живешь в Латвии, все-таки было бы замечательно говорить на латышском, но процентов 70 людей разговаривают на русском языке, и бесконечные идут вот дебаты все-таки, на каком языке стоит людям говорить. И это вот еще такой один момент, почему невозможно выучить латышский язык? Потому что все говорят на русском, тебе его просто не нужно применять. А если нужно, то наверняка там знают английский. Поэтому такая безвыходная ситуация. Як щодо місцевої кухні? Які особливості є? Я очень люблю покушать вообще. И когда куда-то приезжаю, всегда вот думаю так, чтобы такого из национального попробовать. Ну, к сожалению, в Латвии нет какого-то такого определенного национальной кухни, но есть все-таки пару блюд, которые достойны внимания. Первое – это летний суп, он готовится… Мабуть, холодный. Холодный, да. Холодный кефир, буряк, огурцы, яйцо безумно вкусное, чем-то напоминает нашу окрошку, но только… красного цвета, да, такого красивого розового. Так холодный борщ. Да, да, да. Подают они его всегда запеченным картофелем отдельно, безумно вкусный. И еще есть один необычный суп, который вообще меня удивил, это хлебный суп. Берется черный хлеб, добавляется туда сухофрукт, это все варится и подается со взбитыми сливками. Очень вкусно, на удивление, безумно вкусно. И для тех, кто будет путешествовать в Ригу и хочет все-таки больше окунуться в традиционную, да, вот кухню национальную, советую посетить место Лидо. Это как у нас пузата хата, да, вот у них есть подобное заведение, где можно прийти и выбрать любые блюда, которые захочется. Як щодо солодощів, як щодо шоколаду? Тоже отдельная тема. Есть национальный продукт такой в Латвии, национальная кондитерская, называется она лайма. Вот как в Украине есть рошен, да, вот в Латвии есть лайма. Как в Финляндии есть фейзер, вот так в Латвии есть лайма. Ну, чтобы просто у людей была ассоциация, что это такое. Это местные магазины с безумно вкусными разными сладостями, шоколады, торты, пирожные, зефир и так далее. Ну, то есть, в общем, прощай, Италия, и здравствуй, наслаждение. Тоже, если хотите там сувениры привезти родным, близким, какие-то сладенькие, советую все-таки идти в магазин «Лайма» и что-то там хорошее выбрать. Де мріяти ще побувати? Чи вже все? От Латвія, Рига і все, на цьому зупинилося. Нет, очень хочется побывать в Азії. Вот хочется какого-то такого интересного момента в своем опыте, да, это вот Азия. Это там, где еще не побывала моя нога. Вот все-таки туда интересно попасть. Аня, дуже дякуємо, що сьогодні ви прокидалися разом з нами. На жаль, наш час дуже швидко сплив, як завжди, в гарній компанії. Я маю надію, що ми надихнули наших глядачів до поїздок, до мандрівок, особливо до Риги. Ви вже трошки знаєте, знайомі із цим містом, дякуючи нашій гості Анні Крапани, мандрівниці, мешканці Риги. Аня, дуже дякую. Дякую.